Эти фотографии сделаны во всех уголках мира в разные годы. Тут и Москва в начале 21 века, и Гавайи в тот же период. Автор всех фото – один человек – 93-летний японец Дайсаку Икеда. Лауреат премии мира ООН, обладатель 300 ученых степеней почетного доктора и званий почетного профессора. Он много путешествовал по миру с миротворческой деятельностью. И на своем пути Икеда старался поймать окружающую красоту. Это фотографии, сделанные в пути – из окна машины, поезда, самолета. Выставка уникальна, потому как она передает всю красоту природы, мира, отражая эстетический вкус Дайсаку Икеды. Фотовыставка «Диалог с природой» уже побывала в 40 странах мира. Для того, чтобы организовать ее в Рязани, сотрудники библиотеки связались с международной светской буддийской организацией «Сока Гаккай Интернешнл», президентом которой и является Дайсаку Икеда. Представители Японии с удовольствием согласились на предложение библиотеки. И мне хотелось бы надеяться, что симфония жизни, которая пришла вместе с блестящими работами нашего замечательного японского друга, будет возвышать каждого человека и делать нашу жизнь более гармоничной, прекрасной и свободной. На открытии фотовыставки присутствовала и японская сторона, правда, удаленно. Сам Дайсаку Икеда быть не смог, его представлял исполнительный директор организации. Данная фотовыставка также проводится в рамках культурного обмена в разных уголках мира и пользуется большой популярностью. Хранители музейной коллекции Лувра и известный художественный критик Рене Юик, который высоко ценил фотопроизведение Икеды, сказал: «Президент Икеда является поэтом, но сделанные им фотографии – это поэзия, сотворенная глазами». Это мои любимые слова. Фотографии Дайсаку Икеда можно увидеть в стенах библиотеки имени Горького. Выставка будет работать до 5 апреля. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».